жажда скорости или желание погонять медленно, но неуклонно поклонников своих не теряет. Так случилось, что это, пожалуй, единственный достойный для мужиков и относительно доступный для зрителей вид технического спорта. Стоимость доводки движка с последующим разбором салона эквивалентна хорошему горнолыжному снаряжению. Но здесь мажорирующих участников вы не увидите. Потому как, и это не секрет, здесь есть отечественное, легко делающее большинство импортных. И собираются здесь те, кто избыток адреналина конвертирует в лошадиные силы. Что особенно порадовало на этих гонках. Это новые машины с приличными амбициями. Что раздосадовало? Отсутствие мощных иномарок. Где МР-2, где прелюды или огненные птицы? Эх, похоже, не по зубам магнитогорцам гонять на тачках с шильдиком GT. Ситуация очень похожа на то, что творится на телевидении. Серость, убогость и большое желание срубить любую копейку и полное отсутствие интереса в создании действительно увлекательных программ у руководящего звена. И выжить и созидать в такой ситуации можно только с помощью меценатов. А пока их нет, обязанности исполняют Макс и Леха. Но их возможностям и желанию созидать может наступить конец.